так вот эти динамично ярко продолжается утро на телерадиоканале «Страна ФМ». Здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова, и только что к нам присоединились Just Dance Orchestra. Доброе утро. Доброе утро. Вадим Зайдин, лидер коллектива, автор аранжировок, композитор и трубач, и Дарья Лиман, вокалистка. Причем Дарья, вы знаете, вот рвется в бой. Она уже сидит тут, подпевает, набивает. Вы, кстати, как вообще в процессе? Может быть, импровизацию... Импровизационном. Да, исполните что-нибудь нам тут. Может быть. Может быть, это хорошо. Но, собственно, у нас еще час впереди, поэтому я думаю, что не раз успеем сегодня спеть. Слушайте, ребят, спасибо, что пришли. Это, во-первых, еще раз доброе утро. Давайте начнем с концерта, который будет совсем скоро. Давайте, да. Концерт будет и скоро, и рядом с вами будет в клубе 16 тонн. 17 сентября. 17 сентября, это воскресенье. 20:00. Ой, так вот прям пару дней осталось. Да. Прям с работы на концерт. Вот вы знаете, я когда к эфиру готовилась, я как раз смотрела концерт из 16 тонн. Уже проходили у вас там концерты, да, неоднократно? Да. Периодически проходят, да. Площадку берете, а что вам нравится в этой площадке, что там? Все. Особенно танцевальное место. Там можно потанцевать. А мне сцена больше нравится. И вообще атмосфера. Но клуб очень хороший, старый, в хорошем смысле слова, и... Ну очень и звук душевный. Там великолепный. И звук хороший, да. Дарья, Вадим, давайте раскроем некие секреты, да, как затравочку для тех, кто собирается пойти, а таких людей огромное количество. Что будет в программе? Может, как раз не раскрывать, чтобы... Не хотите? Ну, чуть-чуть. Мы будем представлять новые песни. Будешь петь? Новые песни. Прямо сейчас? Нет, на концерте, конечно, буду. Будем новые песни, и старые по-новому будем, и новые по-старому. Старые песни о главном. Я вот хотела спросить, а новые песни, это имеется в виду опять какие-то каверы или, может быть, своего личного авторства? Какие-то каверы сейчас. Какие-то каверы. А потому что, нет, ну... У нас, ну, есть свои песни. Все никак мы не доделаем большую программу. Я на днях считал, уже на сингл хватает. Надо дальше это развивать. Ну, надо, потому что мы с нетерпением ждем. Мы будем и записывать их, и клипы снимать на свои песни уже. Но пока новые... Почти. Да. Там, готовится прям. Да. А я вот прошу прощения, немножко у меня вот пробел в этом. Вы свои песни на английском или на русском делаете? И так, и так. Ага. А кто так хорошо знает английский, что тексты? А тексты — это люди специально этому обученные, кто может писать тексты. Нет, ну вдруг Даша бы сказала, а я? Ну, я знаю, как бы, но не до такой степени, чтобы красивые поэтические стихи писать. Пока. Но это все может... Ну что, начало положено? Положено. Мы продолжим наш разговор совсем скоро. Прямо сейчас у нас будет Денис Клявер с песней «Там, где мы вдвоем». А нас, между прочим, сегодня четверо. Да, Just Dance Orchestra у нас в гостях. И совсем скоро появится ВКонтакте пост, чтобы вы могли задать свои вопросы. Ну а мы тут не вдвоем, мы уже неоднократно говорим о том, что к нам присоединились яркие, талантливые ребята из Just Dance Orchestra. Слушайте, название-то какое классное. Вы сто раз, наверное, вас спрашивали, а как вы придумали? Вот просто что, Just Dance? Просто. Не Леди Гага, нет, вдохновила вас на это? Нет. Леди Гага еще не было. Кстати, да, она более свежий вариант. Слушайте, у вас же вот буквально... Сколько, 13 лет коллектив? 13,5. 13,5. Счастливое для вас это число? Да, вполне. Ну вот, допустим, если брать коллектив сначала и коллектив сейчас, какую эволюцию вы пережили? Ой, мы стали вокально-инструментальным ансамблем. Раньше были только инструментальным. Ага. Три года, да, мы только инструментальную музыку играли. А-ля такой Глен Миллер. Кстати, может, и название поэтому, Just Dance Orchestra. А в какой момент вы вот так вот прямо осознали, что нужен вокал? А вот... Не мне знаю, вот тоже интересно. Да, а вот просто надоело играть в тишине. Рано вот так, или поздно надоедает. Да. Трень. Хотел слова послушать чьи-то, чтобы кто-то пел на ухо что-то. Или был бы момент, когда появилась Дарья, и вы поняли, о, это она. Так и было. Многим позже. Я чувствовал. Ну вот тоже, опять же, вы говорили, что очень тяжело с подбором кадров, потому что требования строгие. А вот Даша пришла на кастинг? Как это было? Даша идет на кастинг, понимает, что требования строгие, волнуется, коленки трясутся, а тут вдруг открывается второе дыхание и хлоп. Нет, Даша вообще поступила очень профессионально. Она за год до того, как она пришла, она сказала, я вот хочу, буду, и взяли другую. А потом через год просто звонит, ну что там, как там? Я говорю, а вот сейчас самое время. Готовы ли вы ко мне, да? Да, и все. И попало. Слушайте, а скажите вот на что, уже вопрос как музыкантам, на что делать, ну пусть будет проще слово, каверы?
На поп-музыку, на народные песни или джаз, на джаз, может быть, или... Ой, да на... не принципиально. Вообще лучше делать там, где какие-то есть мысли, идеи, вот в музыке, в популярной, там, неважно, там, в рэпе, да? Там, за что зацепиться, да, потому что порой бывает музыки, ну, нету. Я какую-то песенку делал, мы ее не играем, но, в принципе, нормально. Пытались, да. Не, там все нормально, но там два такта, если кто-то понимает, что такое два такта, ничего нет. Две ноты. Ничего. Там, да. Три ноты. И один аккорд. Дорогие друзья, делайте хотя бы четыре ноты, чтобы можно было камеру сделать. Говоря мягко, не совсем джазовое пространство. Как бы. В джазе есть такой жанр, там стиль модальный джаз. Там на одном аккорде можно там, все пять минут играть. Ничего, сейчас вот нормально. Мне кажется, сложная тема пошла. Вот модальный джаз сейчас... Один аккорд. Вот так проще надо. Ничего менять не надо. По поводу модального джаза подумала, что вот как раз два аккорда, сейчас мы опровергнем это утверждение, можно будет исполнить джазовую композицию. Это я такую затравочку даю, потому что в следующем выходе будет очень интересная импровизация. Оставайтесь с нами. Утро страны на телерадиоканале «Страна FM». Друзья, утро. Прямо сейчас утро страны. На телерадиоканале «Страна FM» продолжается джаз-дэнс-оркестра. Дарья и Вадим у нас в гостях. Еще раз доброе утро. Привет. Спасибо, что пришли. Слушайте, вот интересно, да, однажды вы сказали, что для того, чтобы популяризировать не очень, так сказать, близкую нашему народу джазовую культуру, вы используете попсовые песни, да? Да. А вот сейчас, ну, как-то захлестнула Россию волна рэпа, да? Вот все поют рэп. Это такой модный жанр, модное направление. Есть у вас в мыслях, может быть, какой-то кавер на рэпчик сделать? Ой, ну, услышать бы что-нибудь... Кавер на рэпчик. Достойное, да. Ну, даже сходу вариант. Слушайте, а давайте прямо сейчас порепетируем. Я так подумала, что из рэперских нетленок, это, естественно, Гуф, это, естественно, Ice Baby. Вот мы сейчас с Дарьей уже открыли текст. Дарья тут жмурилась, хихикала, отворачивалась. Смогу, получится. Ну, в общем, друзья, короче говоря, проще, у нас есть минусок. Отлично. Прямо сейчас используем, по-юзу предлагаем его. Давайте. Волнительный эксперимент. Готовы мы? Прости меня, Гуф. Поехали. Слышно. Ай-йо-йо-йо. Здесь джаз-дэнс оркестра и страна FM. Круто. Айс, бэби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Айс, бэби, я буду тебя любить, даже я буду тебя любить, даже когда ты будешь, даже когда я буду на небе, айс, бэби. Ну а пока что я здесь, йоу-йоу-я, я в рэпе, я-да-да-да-да-да-да, я в рэпе, детка, слышишь, я в рэпе, да, айс, бэби, айс, да-да-да, айс, бэби, я буду тебя, я буду любить тебя, пока ты будешь там, а я тут. Даже это было нереально. Мне кажется, сейчас в эфир нам позвонит Губа и скажет: алло, здравствуйте, давайте писать кавер, я весь готовый. А если позвонить, будете вместе исполнить? Да, легко. Слушай, как же круто ты поешь. Прям... Не то, чтобы я первый раз слышу, но я просто готов повторить тебе сказать. Ой, не останавливайся. У меня реально мурашки. У меня тоже мурашки. У меня просто длинная кофточка. От этого мурашки, тогда вам нужно сходить к нам на концерт. Слушай, надо сделать какую-то передышечку. Давай. Надо передохнуть, чайку хлебнуть как-то, а потом мы вернемся к разговору, друзья. Да, здесь Жан с дэнс-оркестром, мы скоро вернемся. Ух, продолжается утро на телерадиоканале «Страна FM». В гостях у нас джаз-дэнс-оркестра, который блестяще исполнили импровизационно песню Гуфа. И сказал Даша после этого: вам надо обязательно побывать на нашем концерте. Да, ребят, напомните еще, когда концерт, во сколько, где? Воскресенье, 17 сентября. 20:00. 16:00. Вот я к чему мы это все ведем. Мы переходим к тому, что мы готовы разыграть прямо сейчас два билета на одного человека на этот замечательный концерт. Друзья, что для этого необходимо сделать? Вам необходимо прямо сейчас написать пальчиком слово.
слово «джаз», что неудивительно, да, и прислать его к нам на WhatsApp или Viber, или обычным смс-сообщением по номеру +7 909 928 189 9. И тот человек, который пришлет правильный ответ, пусть будет 12-м, ну, давай 12-м, да, получит два билета на одного человека на замечательный концерт. Да? Который задается вот уже совсем такой скоро. Такой вопрос везения. Пишите. Ждем. 8-909-928-189-9. Отправляйте слово «джаз» в конце нашего эфира. Мы подведем итоги и вручим кому-то билетики. Как хочется песен. Но будем говорить, пока у нас много тем. Да. Вот я так поняла, что очень много стилей и направлений в вашем творчестве. Можете хотя бы несколько перечислить? Лаунж, этно, музыка. Ну лаунж, латиноамериканские ритмы, там чача, босса, латино, самбо. Русский народный. Русский народный, ну там, ну это не стиль, да, но русский народный, в чем мы там, в той же ча-ча-ча играем, там, в босанове. Ой, свинг, да, медленный, быстрый, очень быстрый, средний, я медленный. Я и слов-то таких половину не знаю. Вот, теперь у тебя ликбез, видишь, какой хороший, совершенно бесплатный. Слушайте, а вот скажите, вот есть музыканты, которые любят и в студии работать, любят и на сцене, а есть музыканты, которые говорят, нет, в студии это вот как-то нудно, я люблю публику, люблю отдачу. Есть музыканты, наоборот, которые говорят, что-то я, нет, не очень люблю выступать, я люблю вот сидеть, пилить, сводить, все это записывать, дубль за дублем. Вы к каким относитесь? Мы профессионалы вообще, да. И но нам везде хорошо. Да, я бы так сказала. Ну, конечно, на сцене это, мне кажется, колоссальные эмоции. Ты, естественно, в студии у тебя нет зрителя такого, кроме так сами на себя смотришь. Ну, если из аппаратной просто тебя там на контяк покрикивает. Ах ты! Не ту ноту сыграл, не ту ноту. А вы прислушиваетесь вообще к чему-то мнению, когда делаете что-то? Вот помимо... В смысле, я когда аранжировки там делаю? Да. Нет, наверное. А в плане вот камень, допустим, что сейчас в тренде? Вот как бы это должно звучать вот там в 2017-м, там звучало в 2010-м, допустим, актуально, а сейчас уже что-то надо переделывать как-то. Ну, мы же все это переделаем под джазовые какие-то ритмы, в основном. Ну, фанк тоже бывает. А они такие, уже такая классика получается. Ну, это вечная тема мировая. Ну, да. Вот видите, в моем понятии творчества оно просто идет из человека, он как-то вот в тренды. Ну, так оно и есть, собственно говоря. А вот по поводу каверов. А вот по поводу каверов, люди, ну, допустим, Ля-Ля Фа то же самое, да, Анжелика Варум. У нас есть Ля-Ля Фа, как она отзывается об этом кавере? Ой, отлично. Позвонила мне как раз вот месяц назад и говорит: слов нет, там скачу, прыгаю, мне нравится. Давай еще. Был кто-то, кому не понравилось? Нет? Нет, не было. Ну и правильно. Не было. Как может не понравиться? Ну, может быть, были какие-то там пожелания, а может быть так, а может быть по-другому. Но такие, они незначительные абсолютно. А про Варум же говорили сейчас, да, я чуть-чуть упустил. Ну, а мне кажется, не трудно было переделать, да? Потому что Варум, у нее же всего около джазовой какой-то степени, да? Ранние песни, да. Все да. же, ну, не то, рядом. Что, ну, они очень мелодичные. Рядом. Очень мелодичные и легко. Гармония. Приятно. Ну что, друзья, мы ждем ответа 12-го человека. Правильного ответа, естественно. Ответ, а слово джаз. Слово джаз. Да, ответ, собственно, вопроса и не было никакого. Достаточно присылать слово джаз на номер +7 909 928 189 9. И, возможно, именно вы пойдете на концерт Jazz Dance Orchestra 17 сентября. Ну и у нас, друзья, тоже и здорово, великолепно. Да. Именно такими словами можно охарактеризовать все то, что происходит в эфире телерадиоканала Страна FM. В гостях у нас Jazz Dance Orchestra. Вадим и Дарья, доброе утро еще раз. Доброе утро. Вот говорите, что вы не выспались немножечко сегодня. Было такое. А вот прям вот по вам так ты скажешь? Ну, загримировали. Да. Нет, я думаю, что не только загримировали, это именно то, о чем мы говорили, что профессионализм в любой ситуации. Можете рассказать какую-то так вот навскидку самую стрессовую историю, самую невероятную, допустим, самый невероятный концерт в самых сложных обстоятельствах? То есть неужели у вас все так плавно? А, было. На Добром утро, да, там. О, да. Когда мороз был. Мороз и солнце. И солнце, да. Чудесный. 5 или 6 утра. 40 градусов, 6 утра. 40. На улице. Ты так ощутила. Ощутила, как будто 40. Это открытая площадка, в смысле. Да, это было на улице перед Кремлем. Это было холодно. И почти ничего не получилось, да. Ну, там, все, да, замерзло, все замерзло, инструменты, да, замерзло. Руки, ну... Руки, ладно. А голос? Голос не замерз. А вот голос не замерз, он был замотан шарфиком. Да. Но ноги зато замерзли у голоса. Ой, а вообще приходилось когда-нибудь голосом заменять какой-то инструмент? Я просто знаю, что конечно, бывает такое, что выпадает, допустим, куда-нибудь саксофонист, да? Да? И вокалистка может взять и пропеть партию. Саксофонист, иногда я так, да, прямо не, делаю. Упадает. Говорю, саксофонист, ее не играешь. Я пою. Я пою. Так. Есть целое направление же. Какое? Бобби Макферрин и так далее, и прочие, да, люди, которые делают практически все. Это, да. Ну, вот, так, я к слову. Ты бы так сейчас сказал, как будто я могла это знать. Тебе напомнить хотел. Спасибо.
Слушайте, ну а приходилось, Даш, приходилось выходить, вот артисты же бывают, да, температуру под 40, и ты выходишь на сцену совсем не, в никаком состоянии, что называется, но видишь людей и понимаешь, что это надо сделать, и понеслась, как обычно. Ну, все. Приходилось, да, и получалось, ничего. И выздоравливала. Адреналин такой сразу. Все собираешь, все, что осталось в тебе, и поешь. Ничего, нормально. После того, что ты сделал сегодня в студии, в смысле, как ты спела, мы даже представить невозможно, что у тебя может что-то не получиться вообще когда-либо. Ну, Даш, вот ты такая достаточно, ну, не в плане профессионализма, а в плане возраста юная артистка, да? Ты мне скажи, вот у тебя, неужели ты как-то без волнения всегда выходишь на сцену, особенно если это прямые трансляции, прямые эфиры? Нет у тебя какой-то задней мысли, а вдруг что-то пойдет не так? Всегда есть, но я всегда думаю, импровизация со мной. Я что-нибудь спою обязательно. Вот, кстати, Даша, мастер импровизации, она нам это уже доказала. И, возможно, в следующем выходе мы еще разочек... Это проверим, да? Да, у нас есть такой небольшой кот в мешке. Не будем говорить, какой кот и в каком мешке, но мы думаем, что через несколько минут обязательно все это здесь у нас произойдет. А пока у нас прозвучит песня, которую больше всего заказывают в программе по заявкам на телерадиоканале «Страна FM». Это Jazz Dance Orchestra. Песня называется «Валенки». Танцуют, зажигают все. Делайте громче, с нами весело. Клево, клево, клево. Мне кажется, что эти слова предвосхищают то, что сейчас будет проходить в эфире. Ну, сразу, скажем так, немножечко подковерную интригу. Не так. Ну, в общем, закулись. Кот в мешке, который мы сейчас достаем второй раз уже. Даша тут демонстрировала, у нее была прямая трансляция в интернет. Ее поклонники, когда она пела «Гуфа», говорят: «А что Гуфа? Грибы давай, тает лед. Грибы давай». И Даша так подумала, говорит: «А почему бы и нет? Нужно поклонников уважить». Да, и прямо сейчас все это произойдет здесь, в утренней стране. Морально готова? Я волнуюсь. Это первый раз, кстати, за сегодняшний эфир. Вот так вот. Можем вывести из равновесия любого исполнителя. Но, Даш, мы верим в тебя, и твои поклонники в тебя верят. И все сейчас будет мега круто. Заряжайте, товарищи. Ну что, поехали? Давайте, Антон, заряжайте нам фонограммочку, пожалуйста. Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в теплой постели, волосы волнами по твоей шее, касание трепетно и безмятежно, мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы, только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте, все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко, это все, что нужно мне, готов я убежать за тобой. Между нами тает лед. Так. Мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть тебе нас никто не найдет. Мы промокнем, подождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть тебе нас никто не найдет. Мы промокнем, подождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть тебе нас никто не найдет. Мы промокнем, подождем. Даш, браво, браво. Все, это было посложнее, чем... Даже стало лучше, по-моему. Слушай, там получилось прикольно, потому что ты вступила чуть позже и сместилась, и получился джаз реальный вообще. Да. Ребята, это нужно включать в программу. Это потрясающе. Слушайте, давайте подведем итоги нашей не игры, а вот того, что мы просили, чтобы люди прислали нам слово «джаз». 12-й человек, который правильно... Неправильно. 12-й человек, который пришлет слово «джаз» на номер нашего телефона. И получит. А что, знаешь, Влад, на самом деле шутка шутками, а некоторые пишут слово «джаз» через Правильно, да. Правильно слово «джаз» 12-й прислала нам девушка. Она вот не подписана, но вижу по фотографии. Номер заканчивается на 6940. Поздравляем вас, уважаемая девушка. Вам достается 2 билета на концерт «Джаз». Ребят, у нас 20 секунд. Буквально когда концерт? Где еще раз приглашаете? 17 сентября, 16 тонн, в 20:00. Воскресенье. В это воскресенье. Ждем. Мы тоже обязательно придем. Друзья, «Джаз Дэнс Оркестра». Вадим, Дарья, большое спасибо. Приходите еще. Ну и, собственно, тоже прощаемся с вами, друзья. Лера Майорова. Влад Кутузов, услышимся завтра. Пока. Пока, счастливо. Утро страны на телерадиоканале «Страна FM».